Всем привет! Сегодня рассмотрим машинку Andes T-Line, модель 4D. Это упаковано вот в таком коробочке. Давайте мы ее распакуем. Вот таким образом выглядит в упаковке машинка. В комплекте идет сопроводительная документация. В комплекте идет также два ножа и третий нож на самом машинке. А также идет в комплекте масло, насадки. Общей сложности 12 насадок. На коробке вы сами можете увидеть, для каждого ножевого блока идет отдельные насадки, 4 штуки. 1,5, 3, 6, 10. И сам док-станция. Машинка не комбинированная идет, он только заряжается на доке. Когда вы встали на зарядку, загорается индикатор. Это означает, что машинка уже заряжается. У машинки роторный двигатель, 12 Вт мощности, 6000 оборотов в минуту. Машинка работает 60 минут, заряжается 12 часов. Как я вам говорил, в комплекте входит 3 ножа. Т-образные для стрижки и для окантовки. Ножи сделаны из нержавеющей стали с прецизионной заточкой. Самый широкий ножевой блок, который предназначен для стрижки, ширина составляет 45 мм. Длина среза составляет 1 мм. Второй ножевой блок, ширина составляет 36 мм. Высота среза также 1 мм. Из трех ножов самый актуальный – это Т-образный. Ширина Т-образного ножевого блока составляет 40 мм. Высота среза составляет 0,5. Как вы знаете, преимущество составляет Т-образный, что в труднодоступных местах очень легко сделать окантовку. В комплекте идет 12 насадок. Для каждого ножевого блока предназначен, как я вам говорил, отдельные насадки. Например, для Т-образного ножевого блока идут вот такие насадочки. 3,8. Одеваем, он очень легко одевается и зашелкивается. Вот. Ножевые блоки идут легкосъемные. Они очень легко снимаются, одеваются. Одели насадочку. Навели, одели, зашелкивается. Точно так же и третий ножевой блок. Легко одевается, зашелкивается. И сама насадочка. Сейчас. Вот, зашелкнулся. Машинка эргономичная, в руке лежит идеально. Прорезиненные вставки, чтобы в руке он не скользил. Противоударный корпус. Вес машинки всего лишь составляет 167 грамм. Если суммировать, какие плюсы есть у машинки, вы сразу же получаете 3 ножевого блока, 12 насадок. Если у вас какие-то дополнительные вопросы будут, переходите по ссылке, указанной в контакт. Ставьте лайки, подписывайтесь, мне будет очень приятно. Так что, всем спасибо, всем удачи!